Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники и Олуха. У нас с тобой 14 день, и я забираю 500 тусклого янтаря. Так, давай это все в копилочку. Это мне не нужно. Так, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, посмотрим на бесплатный пак. Что нам здесь приготовят? Ну давай, забирай уже эти монетки. Так, а здесь у нас ужасное чудовище. Громель, Лаварык. И пошли-пошли у нас ресурсы. Хорошо. Еще тогда один пак глянем. Монетки Одина. Это все понятно. Ты мне давай саму суть. Я так понимаю, кроме шестеренок здесь мне ничего не достанется. Обидно немножко. Давай отказываться. Так, что мне здесь еще показывают? Уникальный. Да, стрелка. Хотелось бы приобрести. Кстати, я могу взять крылатого стража. Прикинь. Крылатый страж. Он, кстати, тоже уникальный. Стрелка. Давай-ка мы, наверное, с тобой возьмем вот этого вот крылатого стража. Купить. Так, выводим. И вот он у нас. Разместить. На острове нет больше свободного места. Как это нету? Все забито. Так, а вот здесь? Ну вот это я же могу открыть. Ну-ка. Шипоспин. Ну нифига, как он выглядит круто, ребята. Так, разместить. Тоже нету свободного места. Что это у нас тут? Ах, да. Любовные письма. У нас же день Святого Валентина, как бы. Праздник. Так, здесь рыба, рыба. Дрова и... Дрова. Подвел меня на этот раз беззубик. Ничего мне хорошего не принес. Получить больше викингов. Погоди-ка, я могу что-нибудь... Улучшить у меня не получится. Так, погоди-ка секунду. Здесь я заберу рыбу. Так, вот. Уже доступна Академия. 9 уровень. Вот это по мне, друзья мои. Вот это я называю по мне. Сколько нужно? 27 миллионов, ё-моё. Древесина, естественно. Так, у меня есть где-нибудь тут древесина? Нет, у меня только рыба. А события какое-нибудь? И событий нету, ты представляешь, а? А где же мне тогда заработать? Скажи-ка мне, на милость. Давай-ка еще одно письмо подберем с тобой. Как же мне быть? Так, здесь мы забираем с тобой награду. Отправляем его дальше на поиски. Слушай, мне немножко, конечно, расстраивает тот факт, что у нас не хватает древесины. Мы можем, конечно, с тобой сейчас на арене подраться, но мне кажется, вряд ли это нам даст какое-то там офигенное преимущество именно в поисках ресурсов. Давай здесь тогда заберем, наверное, задание. Тусклый янтарь, опять тусклый янтарь. Еженедельное, что тут у нас? Да ничего, видимо, просто обновилось. Давай тогда откроем с тобой два пака. Так, этот поставим на открытие редкий. А вот эти вот простые, обычные вскроем. Шторморез, громоль, водорез. Сарделька. А здесь у нас громоль, шторморез, шепот смерти и все. Ну как-то скудненько на самом деле. Я рассчитывал на более что-то такое значимое. Так, давай-ка осмотримся. Ну этих ребят, естественно, сразу будем отправлять на дальнейшие поиски. Продолжить. Куда там тебя можно? Давай вот в самые юные. Бесплатно. Здесь найдите мать. Тоже бесплатно. Тут у нас идет не двигаться. Бесплатно. И неизвестный вор. Тоже бесплатно. Так, что ты мне тут принесла? 50 тысяч бревен. Блин, ну ты прикинь, а.
Твою же налево. Выпало, но не там, где надо, ребят. Но не там, где надо. Ну что же, я, пожалуй, отправлю тогда дальше. Вот, я ищу эту туманную напасть. Тем более, это было эксклюзивное. Ё-моё, как раз то, что мне надо. Давай, иди бесплатно. Так, здесь я могу? Могу поставить. Отлично. А эти у меня, значит, прохлаждаются, я смотрю, да, опять. Опять сидят просто так. Быстро, быстро за древесиной. Мне древесины нужно очень много. Они сидят тут, балдеют. Посмотри на них, а. Я не знаю, где мне дрова найти. Они прохлаждаются. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Пара грамгильды. Было бы прикольно найти. Ну-ка, сколько там по времени? 5 часов 20 минут. А давай отправим, почему бы и нет. И даже сделаю, наверное, вот так вот. Ух ты, тут... Слушай, ну тут в любом случае можно найти еще и даже сокровища. Так, я отправляю за 130, ребята, рун. Пускай ищет, пускай ищет. Здесь мы с тобой заберем награду. Ну, вроде бы, по-моему, как все. Единственное, что я сейчас доотправляю этих ребят на поиски древесины, естественно. Древесинушка мне нужна очень-очень сильно. И вот, пускай они все рыскают, ищут. Ну, то сидят там, понимаешь ли, прохлаждаются. Так, а у тебя что-нибудь есть хорошее на обмен? Да, ценник, конечно, ты ломишь. Офигеть какой. Опа. Мне нужны, ребята, вот эти четки. Слушай, а лопатка мне нужна или нет? Ну-ка, давай посмотрим. Мне, знай точно, что четки нужны. Вот. И лопатка нужна. Слушай, надо приобретать. Надо приобретать, ребят. Все, отлично. Получается, одна лопатка. Блин, вот как я буду колокольчики добывать, я ума не приложу. Это обмен надо сделать. Так у меня не получится обменять там. А если даже и получится, то всего лишь один колокольчик. Так, у меня еще одно здание здесь строится. Это водокачка, которая нам дает 158 викингов. То есть это будет у меня 1000 викингов, да? И я смогу что-нибудь себе прокачать хорошего. Так, ну что, вроде бы все, теперь мы с тобой сделали. Пойдем-ка, наверное, на арену. Как ты видишь, у меня здесь уже 6 драконов побеждено. Но это надо было сделать, ребята. Я хотел пак плеваки, и вот мне надо было уничтожить 4 драконов. Там троих надо было, ну, получилось, что 2 схватки мне пришлось сделать. А, там 4 надо было, да, 4 драконов победить. Ну, как ты понимаешь, схватки в одной только 3 дракона, поэтому мне пришлось еще одну делать. В общем, продолжаем драться на арене. О, соляночку дали, я не против, я нисколечко не возражаю, только за, обеими руками. Так, давай смотреть. Громорог. Он нам здесь однозначно не нужен, поэтому мы его в первую очередь, наверное, с тобой будем бомбить. Так, что он тут? Ага. Продолжаем. На 3 энергиях он будет бафать. Не стал. Это очень хорошо. Давай дальше. А чё, блин, у нас с тобой атака понижена. Да мы еще и не попали. Давай-ка я, наверное, вот так сделаю. Лучше я сделаю отхил. Надо нам громорога с тобой как можно быстрее забомбить, чтобы он не пробафал свою команду на усиленную атаку. Ах ты. Ну, в принципе, на... нет, не все. Ага, теперь наших. Хотя мы можем хилить. Нет, давай, наверное, просто ударим. Вот так. Да. Тут надо, наверное, чудовище бомбить. Сейчас что-то будет. Ай-яй-яй. А ну-ка, помогай-ка нам, парнишка. Бомби своего другана закадычного, да? Ну и, конечно же, мы тоже ему будем помогать. Так, тут мы с вами, наверное, хильнемся. Он сейчас... Ой, сейчас будет супер атака. Нет, повезло нам опять.
траванул. Слушай, возможно, мы его сейчас ушатаем. Да. Ну, а теперь что мы можем сделать? Сон. Ой, сон, хил. Ну что, парень, теперь займемся тобой. Прекрасно. Можно усыпить, а потом еще и добить. И это будет топчик. Ну что, добьем? Да ё-моё, ну... Барсик, ты... Вот ты как всегда, ты в своем репертуаре. Я не понимаю тебя, а? Одна голова попадет, так обязательно вторая промажет. А тут вообще обе промахнулись. Воу, редкий пак. Круто. Ну как-то у нас тут? Ага, глыба. Громорог. И костолом. Слушай, ну тут, по идее, надо как бы начинать с глыбы, но... Громорог. Блин, опять у него вторая голова промахивается. Твою ж налево, этот еще усиленную атаку себе сделал. Сейчас мы попробуем с тобой бомбануть громорога. Ну, а дальше уже будем заниматься остальными. Ать. Ну все, они, короче, нашли жертву. Это кривоклык мой. И они будут его бомбить. Хотя этот все равно на своем стоит, да? Вот что мне нужно. Давай-ка их всех баньки. Шикарно. Думаю, будем разбираться с глыбой. Так. А глыба сейчас будет бомбить. И, скорее всего, уничтожит мне, да? Угу. Я так и понял. Ну. Да ё-моё, ну как ты, вот как ты промахнулся? Я не понимаю вот этого. Как ты, блин, мог промахнуться, а? Вот так вот сделаем. Добьешь? Добил, ёлки-палки. Ну неужели? Этот сейчас будет разбег свой делать. Но, слава богу, он ослеплен, поэтому... Мы с тобой гибели как бы избегаем. Теперь в наших интересах как можно быстрее его запинать. Так, опять у него ослепление срабатывает. Вешаем, ребята, обязательно вешаем. Иначе будет труба. Ну что ты там, карапуз. Опять. На четырех энергиях, ребята, он делает свой разбег. Причем, по-моему, все костоломы на четырех энергиях делают разбег. Но... Ну все, друзья мои, тут побед за нами. И это круто. Так, ну что, посмотрим, какой нам пак здесь выпадет. Наверное, обычный. Ну да, так и есть. Так, у нас с тобой доступен пак вождя. Громоль, водорез, костолом дикарь и громгильда. Ну что, друзья мои, отправляемся за вторым паком. Смотрим, кто у нас тут выпадет. Соляночка. О, давно мы, кстати, не видели с тобой громобоя. И вот он выпал. Да, давненько не было его. Так, ну что тут получается? Нам нужно, по идее, атаковать громобоя в первую очередь. Потому что он здесь самый имбовый из всех драконов. Так что давай его, наверное, ушатывать. Так, тихо-тихо-тихо, парнишка. Ну что ты, что... Ох, слава богу, уклонение сработало, а. Аллилуйя, добиваем. Слушай, довольно быстро мы здесь разобрались. А теперь, наверное, баньки пойдем отправим их. И будем, наверное, штормореза с тобой бомбить. Да? Да, именно его. Ох, уклонение. Погнали. Отлично. Так, он очнулся, ну что он тут сделает? Да ничего страшного, да? Да, ничего страшного, ребят. Да чтоб тебе, ну какие, блин, промахи. Такие вот. Добей его, пожалуйста. Наконец-то. Ну что, костолом, все, ты попал. Слушай, подожди, попал. У него сейчас будет разбег. Вот единственное, непонятно на кого. На кого он будет бежать сейчас, а? Главное, чтобы не на кривоклыка. Все, теперь смотри, что мы с тобой делаем. Ослепление вешаем, да? Ну, а дальше по старой схеме. Просто разбираем его. Да, конечно, разогнался. На-ка, получи. Так, ослепление еще будет ход действовать. Бомбим. Отрываемся по полной программе. Не-не-не-не, даже не думай, родной, даже не думай об этом. И добиваем. Все, по красоте.
Так, у нас, по-моему, последний пак еще должен выпасть. Сейчас посмотрим. Какой? Тоже обычный. А у нас, как всегда, с тобой отсутствует музыка. Непонятно почему. Так, а здесь, конечно, хитрая команда. Ты посмотри, и душитель, и хофер здесь же висит. И этот еще промахивается, вообще молодец. Прям вот у меня нет слов, какой он молодец. Нас сейчас тут, наверное, разберут. Ха. Вот получил за свои промахи. О, все, я понял. Так, ну что, нас спасет, наверное, только лишь сон. Да и то под большим вопросом. Давай проверим. Эй, погоди-ка, не то. В принципе, ветрокрыл сейчас наносит довольно неплохой урон. Добиваем с тобой душителя. И я думаю, что нужно брать теперь хофера в оборот. Потому что он идет вторым после душителя. Именно по атаке. Так, сейчас кого-то... Он уничтожит мне барсика. Я даже не сомневался, вот нисколечко. Так, он дальше ходит опять, да? Ну давай мы тогда сделаем вот так. Пускай он атакует своего кореша. Так, это мы назовем. Главное не давать ему сделать, ребята, на четвертом ходу оглушение. Понимаешь? Если он его сделает, это будет больно. И теперь нам только остается добивать хофера. Вот здесь я, конечно, немножко сомневаюсь. Этого не страшно, ребята, уже, как говорится, получать звездюлей, потому что у него пониженная атака. Вот здесь вот я думаю, что бы нам с тобой сделать, чтобы замутить. Но, в принципе, смотри, он сейчас нам поможет. Он уничтожит Костолома, а мы уже уничтожим его. Верно? Верно. Поэтому погнали. Делаем так, и последний укусик. Все. В принципе, вот так вот я и хотел сделать. Так, опять у нас музыки нету, и здесь у нас... Ёлки ты палки, ты посмотри, шепот смерти, душитель, кревет. Я даже вот, честно говоря, растерялся. Мне кажется, здесь нас порвут. Слишком мощные ребята. Как говорится, если не один, как говорится, промажет, так второй добьет. Вот смотри, что они сейчас будут делать. Повезло, но он себе автоматически усилил атаку. Так, шепот смерти можем уже не трогать. Так, дальше мы с тобой сделаем укус кому? Наверное, кревету. Да, и сделаем теперь сон. Вот так вот. Будем разбирать с тобой в первую очередь кревета. Мне кажется, это будет... Да, это будет лучше всего. Какой же ты барс, а? Ну я не могу, ребят. Мажет и все, сейчас будет бубо. Ох ты. Вот так вот барс получает за свои, как говорится, проступки. Ну что, здесь, как ты понимаешь, уже все на изи будет. Во-первых, мы с тобой делаем слепоту на душителе. Он уже не сможет по нам попадать. И мы с тобой спокойненько, с легкой руки, как говорится, его уничтожаем. Погнали. Здесь кривоклык делает укус. Ну, конечно... Ветрокрыл наносит по минималке. Это нам не страшно. Пускай тут хоть что делает, зато он потратил всю свою энергию. Мы можем вообще сделать вот так вот. А потом кривоклык просто его загрызет и все. О, даже здесь кританули. Шикарно. Кстати, мы получаем с тобой уже по миллиону ресурсов. Надеюсь, древесина. Нет, рыба. Так, друзья мои, это последняя схватка у нас на арене. Потом мы забираем с тобой пак. И опять куда-то музыка исчезла. Так, ну здесь, блин, и душитель, и шипорез, это довольно-таки сильные драконы. Не знаю, блин, вот смотри, что вот уже творяет, а. И шипорез. Твою ж дивизию, блин, вот как вот здесь быть, а. Ладно, короче, копим с тобой на сон. Надеюсь, мой ветрокрыл, блин, доживет до того момента. О, сейчас, по-моему, кривоклык. А, вот так ты делаешь. Все, теперь, короче, баньки их отправляем. И берем в разработку с тобой шипореза. Да. Он, конечно, по-моему, сейчас очнется, нет? Тут, наверное, лучше нам хильнуться. Хотя нифига, нет, нет, никакого хиления. Нам нужен будет потом сон. Слушай, нам даже здесь повезло. Слушай, ну это вообще круто, ребят.
Это вообще круто, потому что я думал, что мы здесь с тобой сфейлимся. Но, как видишь, нам просто крупно повезло. Он не смог добить Кривоклыка, и поэтому мы с тобой победили. Так, остается забрать пак. А вот и он, родной. Давай, покажи мне, что у тебя там. Шепот смерти, душитель, лаварых, кривет, громорог отпрыск и парящий прихвостень. Но, в принципе, неплохо. А самое удивительное, что у нас два редких пака есть. Так, ну что, забираем с тобой награду за поединки. Так, 10 рун в карман. Так, у нас с тобой очень много рыбы. Поэтому я хочу дальше прокачивать креветы. Так, отправляем его на обучение. И штормореза. Тоже отправляем его на обучение. Там, по-моему, есть еще одна ячейка, насколько я помню, да? По-моему, же есть. Так, я хочу глянуть еще на наших новоиспеченных дракончиков, которые мы сегодня с собой получили. Они у нас в самом-самом низу. Да, это у нас Болитряс. Мы его отправили учиться. И Шипоспин. Блин, надо было Шипоспин, потому что он редкий. Он редкий, а этот у нас эксклюзивный. Так, а этот-то у нас кто? Стремительная жуть. Тоже эксклюзивная. Ох ты, еще скользкопев. Подожди-ка, а скользкопев у меня... Секунду. Подожди, подожди, скользкопев. Он же, по-моему, у меня здесь есть уже один такой, да? Вот же он, точно, ребята. Он у нас есть. А зачем мне тогда второй? Скажи-ка мне на милость. Причем тоже редкий. Если я его, например, отпущу, сколько он даст мне ресурсов, а? Так, где ты, где ты, где ты, скользкопев? Вот он. Если мы его отпустим, он нам дает 12 миллионов рыбы. Пока не выгодно, ребята, его. Блин, у нас еще и крылатый страж. Слушай, ну он круто смотрится. Хо-хо-хо-хо-хо, смотри, как классно. Обалдеть. Слушай, у меня столько драконов, я даже... В острозу. Чего? Всего лишь третьего уровня. У нас бим. Непрокачанный. Столько драконов у меня. Жесть. Душитель у меня тоже, оказывается, есть эксклюзивный. Хакату это обычный. Искромет. Искромет. У меня даже, смотри, лоба какой-то уникальный. Хм. Это Тайфумеранг. Он необычный. Ну, лаварыга все знают. Громокоготь. Громоножка. Подожди, острокоготь. А как узнать, дубли, есть ли у тебя такие? Так, жуткая жуть обычная. Зубоскал. Разнокрыл. Тройного удара, кстати, тоже нужно качать, ребят. Да кого не возьми, нужно всех качать, елки-палки. Тут посмотришь, и того, и сего, и пятого, и десятого. Окей, так, что мы здесь? За обучение драконов, да? Понятно, забираем. Так, наездники, что-то опять показывают. Но ничего нету в плане, погоди секунду. Ага. Блин, когда же у нас событие-то будет новое, а, ребят? Я хочу новое событие. Что-то ивент вот этот вот был, да? На День Святого Валентина. Какой-то больно легким. Видишь, мы с тобой как обладатели премиума. Мы, как сказать тебе, прошли его быстрее всех, да? Поэтому, а там не забывай, 3 дня он только доступен наездникам драконов, да? И еще сутки он открывается для обычных игроков. А вот это вот можно убрать? Вот это вот все мешается мне. Я бы сюда дракончиков бы нормальных выставил бы.
Парящий прихвостень. Опа, новая способность. Теперь он может мне добывать дровишки. Но на самом деле тут невозможно всех прокачать, потому что, ну, тебе просто не хватит ресурсов. Жутика, жутика, наверное, убрать надо отсюда. Тебе не кажется? Так. У нас это еще курочка ряба тут. Так, давай-ка, шепот, лети за дровами. Ну, вроде бы, друзья мои, как и все. Что я мог сегодня сделать? Я сделал, постарался на славу. Так, а сколько нам нужно? Нам нужно с тобой 8 драконов 60 уровня. 8. Да, это круто. 8-то драконов. Хм. Ну, что не сделаешь, ребят. Да? Ну-ка. Ну, поселили викингов. Так, нам нужно потом улучшить академию. И прокачать. Прокачать наших дракончиков. Это такие, как шепот смерти. 6 уровней ему нужно поднять. Я представляю просто, сколько там нам ресурсов понадобится. Естественно, древоруб. Естественно, наш беззубик, который ждет, не дождется. Естественно, громелька. Почему громелька, кстати, я не могу понять. 53 уровня. Подожди, подожди, подожди. Верните мне громельку. Вот так вот. Все, иди ищи дальше. Ну, слава богу, рыбы у нас пока. Вот именно рыбы. Просто зашибись. Ну, ты сам видишь, да? Еще 60 лямов, короче, в этой, в копилочке лежит. А вот с древесинкой, конечно, все намного хуже. Намного хуже, ребят. Ну все, все, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!